Я бы уничтожил каждого демона в аду, однако незаремские захватчики появились и выбесили меня. Это бы стоило многих сил биться с ними в одиночку. Но на них охотились мои новые друзья, называемые Огонь и Лед. Они спорят постоянно. Поэтому я предпочитаю работать один. Но когда дело дойдет до убийства демонических мудней, эти парни не дрогнут. С этим я могу сладить. Грандмастеры направили меня к Хронике. Сказали, мол, она воскрешает какого-то бога Шинока. Но это не произойдет на моих глазах. Хроника такая же, как и демон Мелболги. Оба дают обещания, оба говорят ложь. Оба недооценивают меня. Вот почему я сделал новый ад для них, где они могут гореть вместе целую вечность. Незериум заперт, но здесь все еще 8 кругов ада для зачистки. Это время подключать резервы. Я делал выбор в своей жизни, которые решили мою судьбу. Я без надежды на исправление. Но даже проклятый способен сделать хоть что-то хорошее. Так что вы все здесь черти, кто дает обещания и извергает ложь. Мы придем, и у вас не будет шанса в аду.